Медицина вновь в центре внимания депутатов регионального парламента. На заседании профильного комитета с докладом о развитии системы здравоохранения в 2022 году выступил министр здравоохранения области Константин Хальзов. Он отметил высокие темпы развития этой жизненно важной отрасли в регионе. Эту позицию поддержали и депутаты. Те задачи, которые были поставлены перед здравоохранением, они полностью выполняются в том объеме. Мы понимаем, над чем надо нам работать. Министр сегодня отметил, что мы открываем и развиваем здравоохранение и в городе Новосибирске, и в сельской местности. Мы являемся просто координаторами этих направлений по своим округам. Бываем и видим, как строится, если это здание, как они оборудуются. Впрочем, проблем еще хватает, отметили депутаты. Одна из них – кадровый голод на сельских территориях. Многие молодые люди, окончив медицинские вузы, не торопятся возвращаться в родные села, чтобы начать работать в новом ФАПе или построенной амбулатории. Решать этот вопрос надо общими усилиями, считают парламентарии. Обращаемся сегодня не просто Министерство здравоохранения, дайте нам специалистов, и там главный врач. Мы обращаемся к жителям в школах, о чем мы говорили много лет назад в учебных заведениях, что воспитывайте молодежь, готовьте, кто придет работать в образование, в здравоохранение. Кроме того, молодым специалистам на селе сегодня выделяется жилье. Стараются создать комфортные условия, действуют программы господдержки. Трудности необходимо решать, не просто сохраняя, но по возможности и наращивая темпы развития системы здравоохранения в регионе, уверены депутаты.